4 апреля состоялся конкурс на должность главы Рассказовского района. Комиссия под председательством первого вице-губернатора Олега Иванова определила претендентов на этот пост. В конкурсе участвовали 4 кандидата, однако до финала добрались только 2 претендента. Действующий исполняющий полномочия главы района Алексей Поздняков и директор ООО «МИАЛ» Александр Хвостов. После голосования депутатов райсовета победителем стал действующий руководитель муниципального образования Алексей Поздняков. В этот же день состоялось и его вступление в должность. По результатам конкурса Рассказовский районный совет народных депутатов решил: первое, избрать Позднякова Алексея Алексеевича на муниципальную должность глава Рассказовского района Тамбовской области. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. Алексей Поздняков перешел на работу в администрацию Рассказовского района в декабре 2015 года. Напомним, ранее Алексей Поздняков занимал должность заместителя главы администрации Тамбова. После перешел в замглавы Рассказовского района. С 1 января 2016 года он возглавил данное муниципальное образование. На тот момент с приставкой исполняющий полномочия. На церемонии Алексей Алексеевич дал присягу, а после принимал поздравления в свой адрес. Вступая в должность главы Рассказовского района Тамбовской области, клянусь добросовестно выполнять возложенные на меня полномочия главы района, верно служить населению района и защищать его интересы. Алена Миронова, Михаил Брыксин. Новости ТВ Рассказово.